Начнем обзор с происшествий на дорогах Мордовии. На перекрестке улиц Республиканской и Старопосадской произошла авария. Столкнулись два автомобиля. А героя следующего видео пользователи сети окрестили мастером заднего хода. В борьбе за место на парковке в действие идут любые способы. Поэтому водителю пришлось потеснить соседние автомобили. В Мордовии появилась новая акция «Купи два гамбургера». По привычке мы готовимся прочитать третий в подарок, но не в этом случае третий. Тоже купи. А этот кот нашел себе вот такое развлечение. По сути, бегает за собственным хвостом. А занятие этому питомцу, видимо, придумали хозяева. Вот улетает мяч. Собака бежит за ним и кладет на прежнее место, откуда игрушка улетает снова. Продолжаться это может бесконечно. А этого пса ввели в замешательство современные технологии. У этого рыжего, видимо, оказались слишком длинными когти. Зацепился, а что дальше делать, не знает. Так, как ты так? Не умеешь ногтями пользоваться. К счастью, ему приходят на помощь. И пока в Мордовии грустят псы, причины, чему плохая погода. Их собратья поедают мороженое, и явно у них намного теплее. Вот такая подборка появилась в интернете. Автор собрал множество видео, на которых запечатлено поедание этого холодного лакомства. На этом все. Фотографируйте, снимайте, а мы всегда ждем ваших новостей.